сейчас мы летим над абсолютно плоской землей. И над земным куполом мы видим солнце. Все, я нахожусь в Тель-Авиве, в аэропорту, прошел регистрацию. Сейчас я пойду на выход. Не пойму, тут буквы все какие-то непонятные. Немножко вспотел, не обращая на меня внимания. Под мышками мокро, потому что проходил регистрацию очень долго. Народу очень много на регистрации. Ну все, я выхожу из аэропорта. Да. Второй автобус, закатный. Второй автобус закатной колонны. Ну, сразу видно цивилизация тут. Этот, да? Ага, вот он. Второй автобус. Да, я понял. Вот хоть что-то делают для людей. Зарядка стоит. Для телефона или для камеры. Пикандер работает. Автобус уже полный, скоро поедем. И не возжелай... Кого? Жены ближнего, мне подсказать. А жену дальнего можно? От меня все время этот вопрос мучает. Не возжелай имущества, дома, раба, осла, жены, ближнего своего. Жена шла в разряд имущества где-то вместе со ослом в ту пору. Ну, вот. Времена были такие, что поделать, зато порядок был. Так вот, это 10 заповедей, которые хранились в храме. Это дороги идеальные просто. Разметка идеальная. Сам Бог, Дух Господний, обитает, витает в этом помещении над ковчегом. Ну вот, Вифлеем, это приехали в церковный магазин, привезли в какой-то определенный церковный магазин, с которым сотрудничает господин экскурсовод. Но это я сам от себя догадался. Вот он привез именно в этот магазин. А вот так вот тут. В определенный магазин, свой магазин, я бы так сказал. Конечно, не его личный, но его знакомых, я так понимаю. Стеночка половина вот этой стены на всю церковный ход. Они служат очень долго, послужат вашим праправнукам, они еще вам будут благодарны. Конечно, это икона, которая работает, потому что в нее вложили веру, любовь и древние традиции. Вот это... $14. $19. Благословение бизнеса $24. $17. $18. Это неизвестно. $20 или $19.99. Мусульманская, что ли? $11. $10.99. $35. Ну там прям ярмарка идет. А, вот кресты 20. А, $11.
12. $4. $7. 4. О, кадило какое здоровое. Сколько кадило стоит, интересно? Скажите, кадило сколько стоит? Сколько стоит? А тут нету нигде цена. Вот такое и такое. Части. Скидка со скидкой. Это 249. Это будет 210 максимально. Понял, спасибо. В общем, вы поняли. 249 и 179. Семисвечники для церкви. Кресты по $2. $2. Ну, конечно, это железо все. $2. $2. Гид быстро превратился в продавца. Полчаса времени. Не, не написано, сколько это стоит. Или это сегодня? Тут вот для католиков есть кресты. Давай. С тремя гвоздями для православных. Для православных и для католиков. Для всех. Это православный уже 4 гвоздя, а это католический. Это католическая картина или икона. Уже православная. Это католическая. Хотя об этом никто не знает почти, но я точно знаю, что это католическая. $1 свеча. Зар аля халя, брат, за $1 свечка. Да, за один. Приехали за свечку за один. За свечкой приехал. Столько стран облетел. С Египта. Я думаю, Салах будет играть. Столько стран объехал, чтобы свечу купить за $1. $1500? Да, $1500. Недорого, нормально. Со скидкой, конечно. Ну, это покрытое белое золото, она серебряная. Был бы я епископом, я бы купил бы не глядя, но так как я не епископ. Это писано, это имайк. Почему не покупаете? Дело в том, что я не епископ, мне носить не просто. Верующий, да? Я верующий, но у меня. Но я не монах и не священник. Красивый. Мне просто интересно. Спору нет, что красиво. Ну правда и цена красивая. Это такие цены. Да. Они стоят того, понимаете? Да. Они этого стоят. А такая икона сколько стоит? $250. Тут 319, видимо, с торгом 200. А? Ну, есть мечи. Есть мечи за 150. Например, вот это серебро тоже, смотрите, столько Вот это 160. Я, честно говоря, столько расстояний проехал, чтобы свечу купить за $1. Свечу за $1, вот мечтал приехать и купить. Помоги такая. 1500. Серебро. Сделайте серебро. Серебро позолоченное. Ну, может быть, когда-нибудь епископом стану. Это эмаль, бисер. Помоги, красиво. Это эмаль и на бисер. Учитывая то, что я не женат, у меня все шансы стать епископом.
выводишь, будешь, что? Надо подходить только через девушки и забрать. Ну, подходит? Красиво, да? Да. А вот снимаете сейчас? Да, да, да. Очень, очень хороший тренд. Я обещаю, когда я стану епископом, я приеду, я у вас полмагазина здесь куплю сразу. А кресты есть у вас священнические, ерейские? Кресты есть. Эх, и жара здесь, я думаю, тут полтинник. Вот он, этот самый магазин, где продается церковная утварь вся. Вифлеем. И то места не нашлось, такой он был маленький. Их разместили рядышком в пещере, где держали скот, то бишь в хлеву. В хлеву Мария его родила в пещере и держала его не в колыбели, у нее не было колыбели, держала его в яслях, в корытах, там, где насыпали корм скоту. Палестина, отъезжаем от Вифлеема. Если Израиль занимает 36-37 место в рейтинге экономических стран, то позиционировать палестинскую автономию очень сложно. Во-первых, это еще не 100% страна. Ну, примерно где-то 115-120 место. Не выше. Жратва. Экскурсовод с зонтиком идет. Церковь Рождества. Итак, мы с вами возле церкви Рождества. Самая древняя, которая сохранилась здесь, ей 1800 лет. Склоняемся. Очки снимают. Чугалак. Наводчество впереди нас уже оказались. Вы стоите пассивно. Так они вот там нагрузили. Ну подожди, остались кто из двух? Ну остались еще. Поднимайте. Назад. Please back. Девушка, мы не говорим. Окей, please. Давай, давай. Please, попроси его. Please, can you back? Please. Девушка, пропустил. Девушка, сзади пропустил. Сзади пропустил, девушка. Ну вы-то будете и что-то стоите, как бараны-то здесь. Ну вообще упертый какой-то, я не пойму, что ему надо. Ну что ты до вечера стоять, сейчас всех закрою. Я сейчас просто всех будем звонить. Женщина, мы не можем уже говорить. Wait.
Мы идем в нашу группу. У нас группа. У нас группа, группа идет. Группа идет. Сайлен! Группа идет. Что кричите? Не надо кричать. Что кричите? Сайлен, сайлен. Сайлен! Окей, сайлен. Сайлен, что кричите? Потише, потише, потише. Сайлен! Silent. No, no, no. I close here now. I'm sorry. Speak with him to silent. Смотрите, приложили везде, загляните в ясно, сделайте фотографии. Будете подниматься наверх, найдите записку священнику и уже с чистой совестью поднялись наверх и ждем возле алтаря. Детишек в Ильямском лагере. Это в монастыре есть еще одна крипта, где хранятся их косточки в маленьком ящике в помощи реке. Туда нас уже не пустят. Нет, там же фотографий много очень. Там мелкие-мелкие косточки такие. Вощевичок, ну а здесь же на территории католическая церковь. Сейчас в нее зайдем. Три храма в одном месте. Это католическая церковь. Только что закончилась армянская богослужение. Еще в один магазин косметический завезли нашу группу. Давайте посмотрим, какие тут цены на косметику. Шекелек, что ли? Шекелек, да, цены? В шекелях цены. Что за фигня вообще? 120 шекелей. Сто пятьдесят шекелей. 59. 56. О. Ну, тут, короче, ничего интересного нету. Свежо, правда. Все в шекелях. Не буду, наверное, ничего показывать. Но сейчас покажу еще, бегло, пока буду входить. 820. Сто восемьдесят, 140, 149, 180 это что-то для лица, что ли, какие-то крема. Этот стоит 130 шекелей. Обед на Мертвом море. Капуста, морковь по-корейски, курица. Мне кажется, это из сои. Котлеты. Вода и лепешка. Это Мертвое море. Тут установлены душевые. Там тоже душевая. После Мертвого моря нужно мыться обязательно. Очень много купающихся. Можно обмазываться грязью, говорят, помогает, но я купаться не буду, потому что не хочу этого делать. В Мертвом море я купаться не буду. Да и потом, если есть какие-то раны на теле, они у меня есть, царапины, полученные в результате вчерашнего купания на Средиземном море. Поэтому мне сюда нельзя.
она же выедает это вся соль. Купаться только на спине можно. Вообще лицо нельзя намазывать. Я понял сегодня, что такое рай и ад. Рай – это когда у тебя в карманах шелестят деньги, это когда тебя окружают дающие женщины и когда ты выходишь из Мерседеса. Но что такое ад, я понял сегодня. Ад – это когда ты оказываешься при температуре плюс 60 или плюс 70 градусов на раскаленном солнце. Вот как раз сегодня тут именно такая температура, я даже в бане парилку до такой температуры не разогреваю, как она нагрелась здесь, на Мертвом море, около плюс 50, плюс 60 градусов температура. Я весь конкретно обгорел. Купаться я в Мертвом море не буду, у меня тут вон царапины на животе есть, разъезд, все, да и вообще что-то Мертвое море меня не особо как-то привлекает, не хочу. Но руками я его сейчас потрогаю, может быть, вам какие-то ощущения свои скажу, правда, я не знаю, где мне потом руки помыть. То в один магазин, то во второй, сейчас ездили в магазин, смотрите, сколько соли, в один из магазинов, километров 70 туда ехали, если не 100, целый час мы ехали до этого магазина. С этой косметикой. Нафиг она нужна мне, эта косметика за 140 шекелей. Я, конечно, понимаю, что там все обговорено. Потом в другой магазин, в какой-то, со свечами повез. На магазины, на эти, уходит очень много времени. Поехали мы сейчас в этот косметический магазин, просто час времени туда промотали. Минут 40 там в магазине люди ходили, никто, правда, ничего не купил. И минут 40 назад. Вместо этого мы бы могли съездить к гробу Господню, например. Я паломник, я турист, я паломник. Я хочу святые места увидеть, я хочу какие-то достопримечательности увидеть, я хочу все увидеть, я хочу любые места увидеть. Интересно, вместо этого то в одно место, то в другое место, вот по этим магазинам. Одна экскурсия, два магазина, одна экскурсия, два магазина. Причем я прекрасно понимаю, что эти магазины одни из самых дорогих каких-то, наверняка. Они не дешевые, эти магазины. Свечи по 10 долларов где продают. По дороге вот, возле храмов подходит за 1 доллар эти свечи. Предлагают. Вообще Израиль мне нравится, но немножко от этих магазинов впечатление мое попортилось. Хотя я догадывался, все туристические путевки, они именно и заложены под трату денег. Вот сейчас я попробую рукой. Так. Ух ты! Блин, знаете, что напоминает? Типа подсолнечного масла, такого раскаленного на сковороде. И оно прорезиненное такое. Слизь. Сейчас надо где-то руки еще помыть. Я не знаю, какие-то ощущения это доставляет, купание в такой воде. Я бы не стал. Я бы сейчас дальше поехал бы, но так как экскурсионной группы я сделать ничего не могу. Сейчас наверняка по дороге к какому-нибудь храму опять надо будет заехать в магазин снова на пару часов. Времени не будет. В Иерусалиме здесь у меня, вернее, в Израиле однодневная путевка на один день. Кстати, местные жители очень сильно похожи на армян. Особенно девушки очень похожи на армянок. Нет, они же и подбирают невесту, это по сводничеству, как говорится, это не по любви, там семьи подбирают, и они рожают много детей, там у них по 8, 10, 12 детей в семье. Чисто
преданность религиозной. Эти среди маленьких этих улочек и жилых домов попадаются небольшие монастыри, таких монастырей церквушек. В старом городе есть, наверное, пару десятков, как минимум. Церковь Гроба Господня. Справа Голгофа была. В этом храме три самых важных. Это место, где его казнили. То немногое, что осталось от Голгофы справа от нас, вот эти розовые стены, лестница, куда ведет наверх. А там наверху за балюстрадой часовня, капелла, часовня Голгофы. И поднявшись туда наверх, можно увидеть под стеклом фрагмент Голгофы, место, где он был казнен. Кстати, здесь тоже можно увидеть. Вот если вы посмотрите, там подсвеченное окошко, не заходите пока туда. Вот это за этим окошком кусочек скалы Голгофы. Несколько пучков обжигаете от любой свечи и макаете в воду, которая специально здесь налита, чтобы ваши свечи не коптили и не тлели. Кто хочет поставить свечи, кто купил свечи с собой поставить, может здесь же и поставить свечу. Здесь, возле места, где Иисус воскрес, хорошо поставить свечу о здравии. С другой стороны, это место напротив Голгофы, где он умирал. Поэтому здесь же можно поставить за упокой. Вы скажете, как же так, в одном месте и за здравие, за упокой? А вот так, здесь это можно. Ведь у вас одна свеча красная, а другая синяя. Комнатушка, где помещается с трудом 4 человека. И в этой комнатушке есть мраморный престол. Мраморная плита. Эта плита показывает место, где, очевидно, в древней гробнице и лежал Христос. Люди заходят и, опустившись на колени, на секундочку касаются рукой этой плиты. Там не фотографируют, не зажигают огня. Голгофа. Это стена плача. Нужно обязательно в кепке быть, в головном упоре. Они тут продаются, но у меня своя кепка есть. Это еврейский квартал. Мужчины слева, женщины справа. Нужно воткнуть еще записку. Я приготовил записку с желаниями. Сейчас я ее куда-нибудь попробую засунуть. Моя записка. Моя записка.
Это был мой один день в Иерусалиме. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья, конечно же, вступайте в паблик. Этот день я провел очень хорошо, всем советую тоже сюда съездить. Мне очень понравилось в Иерусалиме, в Вифлееме тоже. Я провел здесь с 7 утра до 8 вечера и буквально через 15 минут мне уже ехать в аэропорт. Я вылетаю назад в Турцию. С утра я прилетел сюда. Всем советую сюда приехать обязательно. Не жалейте денег, приезжайте сюда. Ну, для меня эта поездка вышла в копейки, так как я летел не с Российской Федерации, а с Турции. Там вышло мне вообще очень-очень дешево. Кто еще не понял, спиной находится стена плача, нужно туда воткнуться записку с вашими желаниями, и они должны сбыться. А я как раз проверю, сбудутся ли эти желания у меня или не сбудутся. Но я вам потом буду говорить, следите за видеоблогом, я буду рассказывать, сбылись ли мои желания, которые я загадал, и воткнул записку в эту стену плача. Пока.